Использование сезона поклонений и добрых дел. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Васариу иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавату валь-ард, уиддат лиль-муттакин, аллазина юнфикуна фис-саррай ваддаррай валь-кадимин аль-гайз, валь-афина анин-нас, валлаху юхиббу аль-мухсинин». Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Сура семейства Имрана, аяты 133-134. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что наш Господин, пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними, искренне вплоть до судного дня. А затем. Поистине, Всевышний Аллах избрал среди всего года определенные сезоны, в течение которых удваиваются добрые дела, увеличивается благо и возвышаются степени, с целью побудит рабов постоянно и хорошо подойти к нему. А здравомыслящий – это тот, кто максимально использует такие возможности с искренним намерением и хорошим деянием, приближаясь навстречу своему Господу и готовясь к данным особым моментам. Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Делайте добро на протяжении всей вашей жизни и попытайтесь снискать подарки милости Аллаха. Поистине, у Аллаха есть подарки из Его милости, и Он дарует их тем из числа Своих рабов, кому пожелает. И просите Аллаха прикрыть вашу наготу и оградить вас от страха». Бесспорно, что мы сейчас пользуемся одним из величайших и особо важных сезонов добра. В эти дни Всевышний Аллах увеличивает награду за добрые дела больше, чем в другие дни. Это почетные и славные времена. Всевышний Аллах дал им высокое положение, а пророк, мир ему благословение Аллаха, показал их благодать и достоинство. Мы цитируем следующее. Во-первых, Аллах Всемогущий в Своей дорогой книге поклялся ими. В Священном Коране говорится: «Вальфаджри валяяли нашр, вальшафи вальватр, клянусь зарею, клянусь десятью ночами, клянусь ничем, клянусь четом и ничетом». Сура Зарья, аяты 1, 2, 3. Причем большинство толкователей считают, что десятью ночами являются десять первых дней месяца Дуль-Хиджа. А поскольку Всевышний Аллах делает только великие вещи, предметы своей клятвы, Он, слава Ему и величие, чтит их, возвеличивает их положение, показывает их добродетель и указывает на их важность. Во-вторых, это и установлены дни, о которых упомянул Всевышний Аллах, когда сказал: «Лиашхаду манафи алахум ва язкуру исма Аллахи фи айямин ма'луматин аля ма разакахум мин бахиматил анам». Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Сура Хадж, аят 28. Это дни, в течение которых мусульманину удается в особенности совершать главные обряды ислама, такие как намаз, закат, пост и паломничество. В-третьих, это самые любимые для Всевышнего Аллаха дни, в течение которых добрые дела вознаграждаются больше, чем те, которые совершаются в другие дни. Это время получения прибыли, способ спасение от огня и поле конкуренции в добрых делах. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В какие бы дни ни совершались благие дела, больше всего Аллах любит совершение их в эти дни.
имея в виду первые 10 дней месяца Дуль-Хаджа. Люди спросили, и даже джихад на пути Аллаха, пророк мир ему благословения Аллаха сказал, и даже джихад на пути Аллаха, если только речи не идет о человеке, который рисковал ради Аллаха и собой, и своим имуществом, и не принес назад ни того, ни другого. К наиболее любимым деяниям, при помощи которых раб может приблизиться к своему Господу в эти дни, хадж, или паломничество к дому или Каабе, для того, кто способен проделать этот путь. Всевышний Аллах сказал: «Аль-хаджу ашхурум ма'лумат, фаман фарада фихинна аль-хаджа фала рафаса вала фусука вала джидала фил-хадж». Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. 42 аят 197. Хадж является пятым столпом ислама, благодаря которой миссия совершается, грехи прощаются, и раб словно рождается заново. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто совершит хадж ради Аллаха, не приблизившись к своей жене и не совершив ничего греховного и недостойного, тот вернется домой таким же, каким был он в тот день, когда родила его мать». Хадж – это хороший шанс обучать добродетелям и высокой этике. Во время хаджа мусульманин учится бояться от Аллаха Всемогущего, контролировать душевные желания и прихоти, обладать добродетельными нравами, такими как альтруизм, а не эгоизм, скромность и воздержание от просьб, а не попрошайничество и нищебродство. Он также учится точности в словах и делах, аккуратности и тщательности. Ведь паломник должен практически применить высокие ценности и нравы, которым ислам призывает, с тем, чтобы окончить школу паломничества, полностью осознав ее этические и поведенческие дисциплины. Тем самым мы утверждаем, что поклонение хадж – это для всей Вселенной послание мира, спасения и безопасности. Ведь паломник обязан избегать враждебности и споров, не волновать, раздражать или убивать птиц. Всевышний Аллах сказал: «Я айюха аллазина аману ла тактулю ссайда ва антум хурум». А те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу, находясь в храме, то есть в одеждах пилигрима. Сура Трапеза, аят 95. Дело не ограничено мирным отношением к людям и животным, однако паломнику приказано помириться даже со стенями. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал: «Поистине, это тот город, который Аллах сделал запретным, где не рубят колючих деревьев, не пугают дичь и не подбирают найденной, если не знаешь хозяина». Безусловно, это помогает мусульманину научиться держать свою неприятность вдали от людей, деревьев и камней после возвращения из паломничества. В прощальной проповеди посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обращался: «Не сообщит ли мне вам, кто такой правоверный?» Правоверный – это тот, кому люди могут доверить свое имущество и свою жизнь. Мусульманин – это тот, кто не причиняет вреда другим людям своим языком и своими руками. Муджахид или участник джихада – это тот, кто борется со своей собственной душой, чтобы подчиниться Аллаху. А мухаджир или переселившийся – это тот, кто оставил грехи. В-четвертых, среди добрых дел, благодаря которым раб может приблизиться к Аллаху, слава ему и величие, есть пост, который является одной из лучших форм
послушания и самых благочестивых дел. Ведь Всевышний Аллах приписал самому себе пост, где Он в божественном хадисе говорит: «Всякое благое дело сына Адама совершается им для себя, за исключением поста, ибо поистине пост совершается ради меня, и я воздам за него». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также сказал: «Если раб постится один день на пути Аллаха, то Всевышний Аллах отдаляет ад от его лица на 70 лет. Поэтому желательно, чтобы мусульманин соблюдал пост как можно больше в течение первых 9 дней месяца Дуль-Хиджа, потому что пост в эти дни представляет собой одно из самых любимых для Аллаха деяний, особенно пост в день Арафата для непилигрима. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделил особенно этот день среди первых 9 дней месяца Дуль-Хиджа, сказав: «Поистине, я надеюсь, что за пост в день Арафата Аллах простит грехи за прошедший и следующий год». Между тем, день Арафата – это один из особых дней, в который Господь явился перед Своими рабами, оказывая им Свою милость. В этот великий день Всевышний Аллах прощает грехи, принимает мольбы, дарует спасение от ада, устраняет неудобства и гордится обитателями земли перед обитателями небес. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет такого дня, в который Аллах освобождает от огня рабов больше, чем в день Арафата. И поистине, Он приближается, затем хвалится им перед ангелами, говоря, что они хотят». Это день, когда Всевышний Аллах усовершенствовал религию и довел до конца свою милость. Сообщается, что человек из их числа иудеев пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал: «А повелитель правоверных, поистине, вы читайте в вашем писании то, что если бы нам, иудеям, было бы ниспосланно подобное, мы бы праздновали этот день». Умар спросил: «И что это за аят?» Тот ответил: «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ль-ислама дина». «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Умар сказал: «Клянусь Аллахом, я помню этот день, когда это было ниспосланно посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и даже место. Это было в пятницу в день Арафата». Более того, мусульманину в эти дни рекомендуется безмерно поминать Всевышнего Аллаха, ибо взывание к Аллаху – это жизнь сердца и крепость утешения и спокойствия. Всевышний Аллах сказал: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب». Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешается сердце? Сура Гром, аят 28. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, тоже поведал: «Особо великие дни, возвеличенные Аллахом Всевышним, в которые за благие дела Аллах дарует больше вознаграждения, это 10 дней месяца Дуль-Хиджа. Поэтому в эти дни читайте больше тахлил, то есть произнесение слов «Ля Илляха Илляла», не божества, кроме Аллаха. Такбир, то есть произнесение слов «Алхамдулилля», хвала Аллаху. И тахмид, то есть произнесение слов «Алхамдулилля», слава Аллаху. А также наш господин Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, своей палаткой в городе Мина, повторял слова «Аллах величайший», «Аллаху Акбар». И те, кто в мечети или на рынке, слышав его, повторяли ту же формулу
до такой степени, что углы города Мина тряслись. В эти дни Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, после намазов и на кровати, на сиденьях и во время прогулок в Мине повторял слова «Аллах Величайший», «Аллаху Акбар». Поэтому в эти дни мусульманину рекомендуется поднять свой голос с этой формулой, чтобы объявить о возвеличивании всемогущего Аллаха. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал людям: «Не сообщит ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред вашим владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которой лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам, и которыми станете рубить головы вы?» Они сказали: «Конечно, у пророк Аллаха». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует им, сказал: «Это поминание Всевышнего Аллаха». А также передаются слова Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Нет такого деяния, которое может избавить потомка Адама от наказания Аллаха быстрее, чем поминание Аллаха». Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, к великим деяниям, с помощью которых раб может приближаться к своему Господу в эти дни, относится жертвоприношение, которое является одним из обрядовых знамений Аллаха, славы Ему и величия, отличительной чертой религии Ибрахима и доказательством сунны пророка Мухаммада. Всевышний Аллах сказал: «Залика ва мэй юаззим шаайр Аллахи фа иннаха мин тақва л-кулуб». Вот так, и если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Сура Хадж, аят 32. К посланнику Аллаха, мир ему и благословение, обратились: «А посланник Аллаха, что такое жертвоприношение? Откуда оно взялось?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это каноническая обязанность, оставшаяся нам от праотца вашего Ибрахима, мир ему». Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «В день жертвоприношения нет ничего более дорогого для Всевышнего Аллаха из деяний человека, чем пустить кровь жертвенного животного. Это животное появится в судный день со своими рогами, шерстью и копытами для взвешивания, и будет кровь его возвеличена пред Господом еще до того, как успеют ее капли упасть на землю. Пусть же души ваши будут довольны». Тем самым жертвоприношение является одной из форм социальной солидарности, которая обеспечивает дружбу, сострадание и сплоченность членов общества. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в год, когда мусульман постиг голод, однажды сказал: «Кто совершил жертвоприношение, то пусть и ни в коем случае в его доме не остается ничего из жертвенного мяса по истечении 3 дней». На следующий год люди спросили: «А посланник Аллаха, следует ли нам поступить так же, как и в прошлом году?» И на этот раз он сказал: «Ешьте, кормите и запасайтесь, ибо поистине прошлый год был для людей тяжелым, и я хотел, чтобы вы помогли нуждающимся». Таким образом, когда преобладает благополучие и благосостояние, пророческий порядок звучит так: «Ешьте, кормите и запасайтесь». А когда царят нищета,
и голод, надо руководствоваться пророческими словами: кто совершает жертвоприношение, то пусть ни в коем случае в его доме не остается ничего жертвенного мяса по истечении 3 дней. Стоит отметить, что жертвоприношение может совершаться посредством закаливания или покупки инструментов на жертв. Это, конечно, максимизирует пользу жертвоприношения, особенно для тех, у кого нет механизма оптимального распределения, чтобы они могли с помощью системы инструментов довести жертвенное мясо до настоящих бенефициаров. Это увеличивает выгоду от жертвы и ее награде одновременно, а также способствует доставке добра тем, кто заслуживает его, с гордостью и достоинством. Гораздо приятнее, чтобы богатые и состоятельные люди могли объединить две вещи – жертвоприношение, чтобы обрадовать семью и родственников, а также покупка инструментов, чтобы в общем обрадовать бедных в наиболее нуждающихся районах. Мусульманин также должен умножать разные добрые дела, которые приносят пользу всем людям, а также сделать много благотворительности, чтобы приносить радость и удовольствие несчастным и бедным. Всевышний Аллах призывает своих рабов расходовать из благ, что Он им даровал. В Священном Коране говорится: «Я айюха ладзина аману анфику мимма разакнакум мин кабли ан яатия яуму ла байум фихи ва ла хуллату ва ла шафа'а, вал кафируна хуму ввалимун». «А те, которые уверовали, делайте пожертвования из того, чем мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества, а неверующие являются беззаконниками». Сура Корова, аят 254. А также в пророческом хадисе говорится: садака, или милостыня, никак не уменьшает какое-либо имущество. Сколько же нам нужны солидарность, сострадание и сочувствие в соответствии со словами нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Мусульманин мусульманину брат, он не притесняет и не предает его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей судного дня. А кто скроет недостатки мусульманина, Аллах скроет его недостатки в судний день». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Каждый мусульманин должен давать милостыню». Один человек спросил: «Скажи мне, а если у него ничего не найдется для этого?» Он сказал: «Пусть потрудится своими руками и принесет пользу самому себе и даст милостыню». Человек спросил: «А посланник Аллаха, а что если он не сможет сделать этого?» Он сказал: «Тогда пусть поможет оказавшемуся в затруднительном положении». Человек спросил: «А если он не сможет сделать и этого?» Он сказал: «Тогда пусть побуждает к одобряемому или к благому». Человек спросил: «Скажи мне, а если он не сумеет сделать и этого?» Он сказал: «Тогда пусть воздерживается от совершения дурного, и это станет милостиней». Аллах, помоги нам поминать Тебя, быть благодарными Тебе и наилучшим образом поклоняться Тебе.